Пришло время бумера. Ну, привет. Слушай, Айсарейн. В этом сезоне не будет хороших кубов. Я их не видел и сомневаюсь, что они вообще есть. Я забыл, когда я последний раз видел хорошие кубы на гномах. Просто 5 матчей полной трешачины, сейчас будет 6-й. Команда проклята, я в этом не сомневаюсь. Надо, как говорится, понять и простить. Чего доброго в вечере, когда ты играешь в ББ? Я не понимаю. Какой добрый вечер? Я играю в ББ. Ничего доброго тут нет. По определению. Слушай, я сижу, я, блин, понимаю, что, видимо, Азурку опять придется дрючить полночи, потому что они вот так вот нехорошо поступают. Это грустно. Приветочки. Я не знаю, честно, я просто так... Я настолько мне сегодня было лень играть в ББ, я вообще с трудом включил игру. Ну я-то просто не знаю, как там вообще обстоят дела. Я не знаю, у них есть харда, нет харды. Если есть харда, то это, ну, как бы, жопотрах на всю ночь. Если харды нет, то зачищу за сегодня. Просто на Вики что-то до сих пор страницы нет. Хотя на китайской версии-то уже, в общем, все появилось. В общем, я хз. Чё, не так долго? Китайцы! Китайцы! Могли бы пошевелиться. Еще пиропан на 600к индусах парять будет. Ну, слушай. Пиропан такой игрок, который может выиграть и проиграть абсолютно любую игру. Спасибо, хоть у некро нету МБ-клавс, единственный плюс. Симон еще продал игрока перед матчем, чтобы это... Мне было чуточку менее удобно. А я могу просто проиграть, как бы это нормально. Мы тут все такие. Заработала Азурка! Блин, и матч начался! Или нет, нет, стоп, подожди. А, вру, нет, не разра... Меня проглючила игра, подожди. Меня что-то не на Аврору... Да, да, им убили одного голема. Есть такое. Странноватый блиц. Они это заслужили. Подожди. У меня как будто логин игры слетело. Сейчас проверю, конечно. Так, Аврора. Так. Все, заработала Азурка. Замечательно.
О, Мементо обновили. 50, отлично. 50 гемов, это что такое? Paper Aeroplane, это что? Видимо, ладно. Ой, какой-то новый так, для Вашингтона. Коллекция. Коллекция. Фигня. Фигня. Слушай, столько вещей теперь не добавили в игру. Еще куча гемов. Офигеть. Офигеть. 150 гемов. И еще можно открыть еще 50 гемов. И еще 50. И еще 50. Все. Буду открывать гемы. Куча гемов. Откуда такая щедрость? Я в шоке. А, бля, надо играть. Говно. Еще пробой какой-то опять сумасшедший. Типа, с нихера. Иногда не надо играть. Привет, Midnight Kitten. К сожалению, в эту говнину надо играть. Не хочется, но что поделать. Так, ну шо? Билд, ивент, 10 штук. Финиш ол. Фигня. 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 А, да, там одна собака. Ну, флэш-голем умирал, денег нет. Так, выпала Нагиса. Это фигня. Короче, пока старт какой-то унылый. Кинем еще один. Так, кто мне там домучил? Так, еще 10 роллов. Свои 20 запланированных роллов поюзаю. Фигня наверняка какая-то выпадет. Ну, посмотрим. Да, ну чё за роллы-то, а? Игра пощады. О! Мари Рос выпала. Блин, она клёвая. Так, окей. Фигня. 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 Ну, короче, чё-то роллы как будто подкрученные на то, чтобы поменьше ролить. Я, конечно, слегка шучу, но чё-то роллы прям вообще никакие. О, о! А у них ивентовые миссии появились, офигеть! Слушайте, вот это они крутые, конечно. Ивентовые миссии, за которые дают валюту, это вообще прям пушка. Уж не знаю, что их побудило на это, но это здорово. Ивентовые миссии, это вообще прям... Ждал такого 2 года. Офигеть. Извините, что я так на ББ пофигистично отношусь к нему, просто вообще неинтересно. Поверьте, анимешные девочки интереснее.
Ну, на шестерку было бы наивно рассчитывать, это понятно. Шестерки Саша не ждал. Ее и не было. Была бы шестерка, я бы сейчас, не знаю, сильно удивился бы. Как видите, как говорится, удивляться не пришлось. Удивляться не пришлось. В следующей жизни, когда я стану кошкой, тун-тун-тун-ду. Я расскажу вам поговорку. Первый удар по меченосцу — это сразу травма. Это правило, которое я выучил на гномах, на этих гномах. На других гномах это правило не особо работало. На этих работает отлично. Держу в курсе. Прекрасно, удивительно даже. Покатай меня, большая черепаха! Ну, слушай, ты даже не уронил. Ты что-то как-то это, мячик опять подставляешь. Ну, вообще, конечно, плохо сыграл Симон первый ход. То есть у него были очень хорошие кубы, но он разыграл их не идеально. Ну, типа, дал кубы в мяч там. Никогда не знаешь, какая дура залетит, знаете? ББ такая игра, когда любой помойный удар может перевернуть игру, даже 1D. Вот. Да эти гномы ничего не умеют, мусор говна. Здесь надо было подходить, подходить было выгодно. Более удобные контакты, вся фигня. Он не очень хорошо сыграл. Опять. Не то, чтобы было важно, как он играет, но я так, чисто к слову. Ну, мячик спрячь-то, кек-чебурек. Мне сейчас офигеть, у меня сейчас 16к нефти. И еще сколько-то в хранилище, я до сих пор не открывал его. Ужас какой. Ну кек, чебурек, опять же даешь. Ну что ты будешь делать, папа Карло? Ты ж даешь 2 куба в мяч сейчас. Типа изейших. Ой, ладно. И опять матч, типа. Вот опять люди играют в сквигах. Как будто они играют на корову. Человек опять сидит и 3 минуты выжимает из себя ход. Нет, чтобы вжух-вжух, как животное, откидать. Ну, как обычно. Люди зачем-то настраиваются на игру со мной. Хотя они не понимают, что я играю просто на похер. Ну, это я так, держу в курсе. Гениально! Божественная игра! Спасибо, дорогой. Удивил. В ГФИ было божественно. Очень жаль. Один в один — это шикарный размен, как бы.
Ну так лучше. Край у нас, конечно, подводит, типа, под волка. Ну, как бы такое. Ну, мячик не очень хорошо упал. Как мы можем улучшить положение сильно? По ощущениям, сильно мы никак не... Ладно, знал бы прикуп, надо было здесь тогда оставаться и подходить сюда. Так, конечно, прикуп не идеальный. То есть у меня, конечно, присутствует некоторое преимущество. Кидаем два плюсец. Мы типа грибы, мы типа грибы. Папура-па-па-па-па. Мы тебя научим, как правильно шевелить чем-то там. Здесь в идеале нужен был пробой. В идеале тут нужен был пробой, а пробой не пришел, и типа как бы кинем два плюса здесь. Два плюс удовлетворительный. То есть даже если у нас освободит флеш-голема, флеш-голем стоит вместе говна. Он ничего не сделает полезного. Ну у меня, говорю, у меня за 20 роллов одна лего, одна один эпик. Ну типа пойдет. Не оргазмично, просто... Стандартный набор, типа такой, средней паршивости. Я бы мог еще 10 роллов сделать, но я всегда стараюсь держать 10к на случай того, что выпадет голдовая еда. Чтобы руков игроков... Так легко двигать игроков рукой. Тут скорее вопрос в том, думаешь ли ты на тему хода во время хода оппонента. Я вот сейчас хожу чуть дольше, потому что я слежу за симпатичными девочками-кораблями. Я сейчас медленнее, чем обычно. Просто, ну, как бы, Симонт много играет. Он еще постоянный зритель многогрыза и ко мне иногда редко заходит. То есть он, как бы, какое-то представление о Бладбоуле имеет. Но он сейчас очень грубо позиционно ошибся. Буквально 3 хода подряд отыграл очень плохо. Чисто позиционно. К механике вопросов мало. Механика у него как раз на вполне ок уровне. Как бы не поругать сильно. Какой неприятный мерзкий пробой. Гномы, заметьте, уже, по-моему, 4 пробоя 9 армора на гномах. Как бы, чтобы вы понимали, это примерно дохерище. Прекрасно. Это прекрасно. Здесь даже есть разные вариантики игры. Ну, типа, видимо, есть, конечно, вариант с двумя ГФИ. Ну, ладно, давайте начнем с простого. Ладно. Давайте отталкиваться от мысли, что нам в первую очередь важно не пропустить. То есть гол это прикольно, но типа... Ой, какие кубы говна. Клево. Класс просто. 2-2-1-2-1-1-2-1. Узнаю свою команду. Молодцы, ребята. Ух, говноедики. Я думал, ну у меня были такие мысли, Колян, но как ты видишь по кубам, игра как бы больше пока будет по кубам. Ну не, было бы хорошо в этом, ну понимаешь, Колян, если ты кидаешь только 1-2, то чё-то как-то не до выталкиваний, сорян. Я бы хотел бы. Но так как у нас пока 1-2, то как бы, извините.
Not today. А я бы с удовольствием, просто ты видел сейчас стрелки. Один успешный удар за вот это вот, ладно, два успешных удара, это смешно, конечно. На этих гномах подпилены кубы, я совершенно серьезно говорю. На этих гномах просто подпилены кубы. Некоторые же по флангам гномиков должны раскачать. Да! Но они решили, что подставиться под два куба было бы прикольнее. И что-то как-то да. Бывает. Иногда вместо хорошего ответа люди выбирают ответ, а давайте дадим два куба в мяч. Ну, как бы бывает. Но за счет того, что гномы пока трещат как шлюхи, у него вполне есть шансы еще поиграться на всем этом поле. Гномы пока что-то оказались какими-то мягкими. То есть у меня почти каждый ход один или два гнома пробиты, и это немножко тоскливо. А марчить ты не собираешься, не? Какие-то очень странные марки. Как-то он очень странно раскинулся сейчас. Я все меньше и меньше понимаю логику Симонта. Да, 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 я знаю, Колян, мне ты ничего нового не рассказываешь. Ну, он, правда, опять умудрился плохо сыграть, но это... Мы уже привыкли. Он исправился. Не до конца, правда, но исправился. Хорошо. Тут надо немножко подумать, тут интересный ход. Проталкивание сложное. Наверное, не очень разумное. Надо было остаться. Я немного коряво сыграл. Не, ну проталкивание можно, конечно, сделать вот такое вот. Ну да, кстати, так будет безопаснее. Ладно. Согласен, что по кубам это проще. У меня была еще идея просто открыть дырку справа и типа... все сделать. Там можно было дырку справа открыть и иметь те же два куба, только чуть более геморные. Но, к сожалению, кубы говорят не сегодня. Хотел сказать, что у бомбаря есть блок. Бомбарь такой, да, есть. Спасибо, бомбарь.
Да, сука бородатая! В смысле, хорошо получилось. Кубы, конечно, говна в основном, но, типа, вроде как у него не самый простой гол теперь, после того, как Бородач добежал. Молодец, Бородач. Спасибо, Колян, ты увидел вариант чуть-чуть проще моего, менее зависимый от другого удара. Там вероятность не такая большая, но да, ты был прав. Симон теперь имеет полное право написать на форуме, что мерзкие холопы и здесь помешали. Это очень интересный выбор. Но Симон-то пока отскакивает, конечно. Если он сейчас забьет, это, конечно, будет типа эпик отскок. С учетом вот момента, когда я вот здесь выбил мячик и не мог это нормально ничего сделать. У него реролов нет, времени мало. Гол непростой, конечно. Ну, вроде бы у меня есть гол. Не самый простой, но есть. Но на нужного игрока. Я имею в виду рыжего. Но автопуть с без рерола мимо такла не самый простой. Не, не найдет. К сожалению, в этот раз дайсы сказали не сегодня. Пожалуй, здесь ему не повезло. Очень хотелось бы отправить тебя к праотцам. Да, спасибо. Это к праотцам. Вот сейчас будет смешно найти 1-1. Чекайте. Ну, с 10-й попытки мы нашли кубы. Здесь, конечно. Гол становится все менее и менее вероятным. Спасибо, игра. Это интересно. Удивительно, что с третьего дайса нашли. Да, я тоже удивлен. Шансы на квадру были ничего. А здесь я обязан реролить. Да, если ж не, оппонент дает на второй ход 2 куба в мяч. Тут как бы дайсить не надо. Тут как бы все за меня делают. Условно. Ну, то есть без всяких шуток он играет, ну, не очень. Наоборот, он как бы пока кубы опять отвратительные. Если бы он чуть-чуть лучше играл, я бы был бы в очень плохой ситуации, но как бы. Но он пока что-то не начинал играть лучше, так что стоим, терпим. Стоим, пердим. Да, толкаю его на клетку вперед. Ну, гол настолько маловероятный, что я, наверное, сначала даже сделаю фол. Только надо найти в кого. Ну, я вижу в кого, ладно. Но этого, я скажу, Колян, этого достаточно, потому что оппонент не Диамет. Как бы, будь какой-нибудь Диу, он на таких кубах, как бы, меня бы надрючил бы.
Я в этом не сомневаюсь. Но у меня весь сезон это. Типа, как бы... Я уже привык. Я еще не видел в этом сезоне хорошего матча на гномах. Опять же говорю, там типа 50 блоков по норсам, 0 травм. Там 70 блоков по хаосу, 1 травма. И как бы, типа, окей. Не считая ГФИ процентов на 60-70. И остального веселья. Ну, конечно, шестерка, конечно. Справедливо? Справедливо. Спасибо, игра. Гномы говна, в общем. Если коротко говорить. Да восьмой ход, смысл доджа. Восьмой ход. Зачем, мистер Андерсон? Зачем вы это делаете? Это приятные два опыта. Офигенно приятные. О, это еще и минус. Спасибо. Это у нас кандидат на Белоснежку и 7 гномов. Ой, ой, фигню сыграл. Ой, ой, ошибся дико. Ну, бля, ладно, я не кинул ничего. Окей, спасибо, игра. Ошибся он дико, сказал Саша. Смешные шутки от Александра. Ой, ладно, ладно. Оу, май. Две травмы без рит. Травмы! За гномов! Да я чё-то как-то немножко в шоке, пацаны. Как бы... Это чё вообще происходит-то, я не понял. Ладно, это фантастика. Я дал две травмы за один ход гнома. У меня в этом сезоне ни разу такого не было. Серьезно. У меня в этом сезоне ни разу не было такого. Я просто отвечаю. Просто отвечаю, что это в первый раз так. Ну, слушайте, мы играем в плюс 3. Как бы... И у них нету волка. Я считаю, что как бы это, в общем-то, норм. Как бы ничего можно даже... То есть весь плохой тайм и последний ход просто... Реролов нет, ничего нет и ход... Ах, конфетка, повезло. Признаю, просто заход какой-то удивительный. Ну вообще да, смешно редко, но я действительно за этот ход дал половину травм за сезон. Это как бы чистая правда. Это там не ирония, не рофил, это чистая правда. Я за этот ход дал половину травм за сезон. За один ход. Я не знаю, с чем это связано. Я абсолютно не понимаю, с чем это связано. Но я доволен. Как бы... В моей гномской жизни это настолько редкое стечение обстоятельств. Мячик не очень хорошо улетел. Не, я серьезно, я в шоке легком, ребят. Ну, там одна травма, как я понимаю, вроде обычная была, а другая травма неприятная. Там 5 опытный зомбарь получил минус армор. То есть не то, чтобы это отправка на помойку, но это просто очень неприятно. Ну, я не знаю насчет кармы за все пососы, но это просто первый матч, где... Ну вот, скажем так, до восьмого хода это был отстойный матч. А после восьмого хода прям... Прям первый приятный матч сезона, чё греха таить. Бля, я мячик подобрал.
Просто удивительно, серьезно, то есть в матче, где все было плохо, внезапно два хороших удара в один ход. Это фантастика. Я искренне радуюсь и недоумеваю. Ну я вообще, Исрейн, я так за тебя болею. Ты знаешь, я болею за тебя, за Крысюка. Что-то я не помню, за кого еще болею. Ну, короче, в основном болею за тебя и за Крысюка. Очень болею. Вы единственные, с кем я хочу сыграть в этом сезоне. Поэтому держу за тебя кулачки. Со всем уважением и любовью. Держу за тебя кулачки и жду, что ты сможешь. Махом, к сожалению, немножко подводит пока. Но это ладно. Как-то очень далеко ушел Симон. Не знаю, с чем это связано. А зачем ты дал халявный удар? Я же дам. Меня... А зачем ты прячешь флеш-големов? Я, может, что-то не понимаю. Не знаю, но как-то... Как-то логика немножко ускальзывает от Александра. Нет, я не спорю, засадный флеш-голем это очень круто. По все по секретным документам. Вот так вот. Это как у Евгеника были сейфти мумия и сейфти скелетики. Вот так вот. Кто знает, кто смотрел стримы Евгеника, тот в цирке не смеется. Вот так вот. Не в обиду Евгенику, я просто наоборот. Я глубоко проникся стилем игры Евгеника и ловлю от него неиллюзорное удовольствие. Ну, добежим хорошо, не добежим, ладно. Хорошо. И теперь сейвит флеш-голем. А, так это он поломал Симонту флеш-големов. Ну, в этом плане можно только порадоваться за Волчика. Потому что Волчик уже как бы это... Засейвлен. Будет ли вкладочка Судаковичу? Кому-то вкладочка определенно планируется. Я пока не решил, кому. Вариантов много. Приятно, что он еще зомбей поднимает. То есть, он как бы говорит: ломай меня. Ломай меня полностью. И я тебя прошу. Да с таким, а смысл доджа? Может тогда сразу блиц и удар в горда? Типа, не делать лишний додж. Ну, ладно. Ну, как бы я понимаю. Как бы, что произойдет раньше? Гном кинет квадру,
Или все некры отлетят. Загадка. Хорошо. Hello, Ройлем. How are you? Not bad, not bad. Ладно. Ну, мы используем нашу простую страту. Я имею в виду, просто будем бить туда, куда бьется. Европа ждет Сталина. Передаю привет из Сталина. Ну, ладно, гуля не треснула, но как бы, окей. Первый удачный, ну, как тебе сказать, до восьмого хода матч был не очень. Внезапно на восьмой ход я дал две травмы. То есть, чтобы ты понимал, я сейчас проверю, шутка Реда была шуткой или не полностью. Сейчас я открою. То есть я дал до этого 4 травмы за 5 игр. И здесь я дал 2 травмы за одну. Я счастлив. Я просто счастлив. То есть, как бы, я вообще не знал, что такое бывает. Что гномы башат? Типа, как бы, вау. Мне об этом никто не рассказывал. Винсент, мы счастливы? Да, мы счастливы. Не, ну посмотрим. В идеале надо бы еще забить каким-то из гномиков, чтобы апнуть этот. Ладно, я дал кубы в мяч, как бы. My fault. Рерол. Хорошо. Ну, я подставил мяч, ладно. Это были не самые простые кубы, но он их прокинул. Я не байтил, я просто посчитал, что он не будет так рисковать, и как бы... А он рискнул. Бывает. Nice Rain, я знаю, мне уже рассказывали, что он немножко их это... В общем, в кои-то веке кто-то отправился на щите, и вот это вот все. Неприятно. Мы сначала немножко перестрахуемся от жития-бытия русских святых. А жаль.
Я думаю, можно пожадничать. О, сейчас я исправлю. Я, извини, я забыл. Сейчас я... Я просто... Там дурная система из-за YouTube Events. Приходится перезагружать чатик. Если вы есть на YouTube, и я вам не отвечал, напишите прямо сейчас, и я вам отвечу. И вас увидит вся страна в лице 50 человек. Слушайте, ладно. 50 человек, это не так мало. Это был очевидный мув. Здравствуй, Сергей. Сейчас мы от жадности поймем, как сыграть. Тут все-таки не совсем очевидно. Я отнесусь уважительно к сопернику. Под уважительно я имею в виду, что не дам ему никакой пощады. Привет, Коба. Я считаю, полное отсутствие пощады это лучшее, что я могу дать ему в этой игре. А вы как думаете? Прекрасно. Бить я здесь не вижу особого смысла. Он, конечно, сейчас подведет снизу зомбик и ударит в 2D, выйдет, но как бы там еще бежать. У меня будет куча игроков. Не, МБ на войте. Просто МБ на войте это тема не вот этих ребят. Это скорее тема все-таки дедов. Вот там, конечно, выбора не так, чтобы очень много. Ну вот так вот. Прекрасно. Привет, Иван Варга. Давненько тебя не видел. Пощада? А что это?
Но я поступлю благородно, если чё. Ну, обычно было про насчет никакой свободы врагам свободы. Вот так вот. Ну, пощада — это очень растяжимое понятие. Но я пощажу. Ну, не то, что пощажу. Я решил, что все-таки убавлю процент уважения и врублю процент пощады, так что... Застрял в мерзкой Ирландии? Ну, чё мерзкого? Вдруг ты застрял в каком-нибудь Дублине? И... Я не знаю, там... Или в Эдинбурге, или ещё чё... Нет, нет, это другое. Тьфу, то ладно. Эдинбург — это Шотландия. Ладно. В Дублине квасишь местный... Местный этот... Как его называют-то? Ну, вы поняли, короче. И кайфуешь. Чё сразу мерзкий? Summertime sadness, summertime. Хорошая песня. Это, пожалуй, единственная песня, которую я у нее знаю, но она мне нравится. Я знаю, что мне лучше не петь. Можете ничего нет, не говорить. Ни для кого это не загадка. Я тоже не знаю, что плохого там может быть. Виски. Я имел в виду виски. Ну, Фэш, ты это говоришь человеку, который всю свою сознательную жизнь обитает в Петербурге. Типа, ты написал что-то а-ля, мол, я не знаю, типа, ненавижу такую жизнь, как у тебя. Типа, я так, ну да, я тоже ее не очень люблю. Ну так я-то не сталю, потому что я сильный и уверенный в себе музычина. Вот так вот. Я могу себе позволить не сталить. То есть я вижу, что я как бы выигрываю, и мне норм. Это же вопрос ощущений. Я вот, я точно знаю, что я эту игру не отдам. У него нет реролов. Все замечательно, как бы, ну... Дергаться, в общем-то говоря, нечего. На этой неделе Колян будет стримать Диво. Он же вроде собрал свою шайтана машину. И может быть доволен собой. Ну, на всякий пожарный поставим, типа, как сейфти. Это такой полурофил, но окей.
Ну чё, поживи 20 лет в Питере, тебе после этого любая погода покажется... Любая промозглая погода покажется родной, типа. Ха! Дождь, ветер, ха! Да я всю жизнь так живу, чё нет-то. Привыкаешь. У него что там с монитором? Да я думаю, успеет починить. Дио, парень, не промах там. В Питере в июне хорошо. Да, типа там... Те самые 3 дня в году клевые. Вообще. Проклятая клетка пупка, ребята. Проклятая клетка пупка сказала, ну как бы да. Спрячем меченосца на всякий пожарный. Как знал, что не уроню, поэтому бил сначала гордом. Ел грачи. Грачи. Спасибо за поддержку. Ес ё гача. Это неплохо. Ладно. Ну а ногогрыз, это уже на понедельник, потому что... Ну, если тебе понедельник неудобен, можешь выбрать другой будний день. Просто на завтра у меня опять... на завтра у меня опять это как бы... Уже заказ есть. Вот. Я надеялся на воскресенье. Понимаешь, в чем проблема? У меня один день уйдет под Blood Bowl. Реплей, вот эта вся херня. А другой день я к бате в больницу еду. Так что я там просто полдня не будет. Вот так вот. Опыт лег погано. Ну ладно, за 73 блока 2 травмы. Считаем это хорошим результатом. Что-то типа того.